привет, друзья! Анапа приветствует вас, город-курорт в летнем наряде. Вот мы добрались до моря, ближе к закату, но это еще не закат. Яхточка одна, баржа с людьми. Лень нам идти по лестнице. Поедем на лифте. Ксюша, лифт. Нравится тебе лифт? Лифт? Нравится, особенно летом, когда жара и неохота идти по лестнице. Да. Зашел сюда, тут прохладненько. Да. 7 миллионов вложил. Стоит? Санаторий Малая Бухта, да. Ну это чисто лифт сам купить, плюс монтаж. Вот выход из лифта прямо к морю. Вода прозрачная, ну, наверное, прохладная, судя по тому, что плавают медузы. Вот здесь видно две большие крупные, а там побольше мелких. Ну, их не видно, конечно. Они прозрачные, вода прозрачная. Вот. В этом году санаторий Малая Бухта завершил свою эпопею. Хотя нет, не завершил, он еще второй этаж не отделанный. Ну, вот такой лечебно-оздоровительный, развлекательный корпус выстроен на берегу моря. Вообще спокойный такой штиль. Привет, друзья! Привет, друзья! Давно надо было сказать слова благодарности нашим зрителям, которые прислали нам деньги. 4 человека совершенно безвозмездно. Я не готовилась, но, по-моему, я их помню наизусть. Наталья Геннадьевна 500 рублей прислала, спасибо. Елена Тверская 300 рублей. Андрей Мамаев 1000 перечислил. И Алексей Михайлович 1000 рублей. Да. И пишет: немного, но от чистого сердца. Как да. Же немного-то? Если бы по 50 рублей все наши зрители перечислили, и то было бы много. Но так как вас всего 4, то на имеющиеся деньги мы решили купить микрофон. Постоянные претензии, вас плохо слышно. Ну, это и наша, конечно, претензия к самим себе тоже. Мы понимаем. Мы понимаем, но мы не телевидение, друзья. Мы ездим на своей машине, на своем бензине, в свое свободное время. Снимаем, как можем. Ладно, спасибо огромное. Ваши деньги в надежных руках, у Оксаны. Да. Так что это самое. Не пропьем. Мы будем копить. Ну, микрофон что-то минимум 2,5 где-то стоит. Мы его еще поищем, надо его найти. Юра Азаровский подсказал, какой он это. Да. Я опять забыл, нужно будет снова к нему обратиться. Да. Сами мы уже покупали микрофон, но местные продавцы, анапцы, подвели нас. Мы объясняли, для чего нам нужен микрофон. Нам продали на ура этот микрофон, а оказалось, что он работает только как фурнитура к телефону. Когда идет звонок телефонный, тогда можно по этому микрофону общаться. Да, пишу его в магазине ДНС, вот, чтобы он знал. Угу. Пусть он на меня взглянет последний раз. Очень страшный Дмитрий Степанович. Сегодня отличная у нас погода, мы давно тут не были. Мы редко стали выходить в эфир, потому что у нас проблемы последние недели с интернетом. Ростелеком нам сюрпризы какие-то подкидывает. Пытались они что-то починить, что-то починили с помощью того, что послали напряжение. И там вроде как спаялось что-то под землей. Но говорят, вот воздушный кабель, может быть, вам. Угу. В общем, будем переходить на оптоволокно. В итоге 5 дней у нас ненормальный интернет. Мы ходим по друзьям, просимся от них подключаться. Да, у меня были проблемы с работой, то есть я ездил к друзьям, у них там с утра пораньше там чикал, выходил в интернет, потому что надо работать. Сегодня какое число? 24? Сегодня 24 мая. Народу немного, я считаю, что по той причине, что сегодня в Анапе был ливень,
Говорят, что страшный ливень был где-то в районе 8-9 часов. Дети пытались сегодня организовать последний звонок в школах. Всем школьникам пришлось загнать их в спортзалы, поэтому сорвалось. И судя по тому, что мы приехали, наверное, буквально час назад ливень обрушился. Достаточно много луж, ручьев, мокрые улицы, мокрые машины. Ходим по лужам, да. Да, пока мы ехали, вот, и народ отдыхающий, который к морю, наверное, просто предпочли другие развлечения, там, музей Гаргики, кино, да и просто. Кстати, друзья, хотим новичкам сказать, что у нас очень много плейлистов, в частности, по развлечениям у нас... Так и называется плейлист достопримечательностей, экскурсии. Черешня поспела, черешню продают в магазинах, уже местная, где-то 180 рублей даже цена встречается. У нас в огороде клубника уже отходит, отдельный плейлист «Наш сад и огород», про Гастагаевскую свой плейлист. Кто-то писал, что «Ой, да что ваше Гастагаевское такое же захолустье, как и Пятихатки?» Конечно. Ну, посмотрите плейлист, там очень много снято про Гастагаевскую. Очень интересующий вопрос людей, которые собираются переезжать на постоянное место жительства в Анапу. Это недвижимость. Ой. Есть у нас тоже плейлист, посвященный недвижимости. Вы задаете вопросы про переезд, про то, как ехали, как нас приняли, как здесь с работы и так далее. Это вопросы на ответы. Ой, ответы на вопросы, смотрите. Вода потеплее стала. Ну, конечно, тут металл, он же прогревается и воду греет. Ну, при чем тут металл, там море, при чем тут металл? Жалко, купальники не взяли, да? Сейчас бы поплавали. Сейчас бы поплавали. Мы в 17 плавали, а в 19 и тем более бы поплавали. Не, ну технические проблемы выбивают. Просто нет желания снимать, чтобы оно само протесало. Ну, может быть, что-то успеем снять. А сейчас просто снимаем море, вам показать и рассказываем про всякие разные плейлисты. Море прекрасное. Прекрасная сегодня погода, конечно. Вот так это видео, девушка. Привет всем. Смотрите на море вместе с нами. Вообще редкостное. Такое море, наверное, бывает 10 дней в году. Спасибо, что вы с нами. Новые зрители, не стесняйтесь, подписывайтесь на канал. Всех наших верных друзей просим сделать эксперимент. Наставьте лайков, ставьте на каждый ролик лайки и побольше. Интересно, принесет это нам какой-то доход или нет? Мы просто удивляемся, почему другие блогеры всегда просят: ставьте лайки, ставьте лайки. А зачем они? Да. Может, правда будет денег нам на бензин? Да, это такое вот вечернее развлечение. Ну, раньше такого я не видел в Анапе. Изображают гондольеров они. Не знаю даже кого. Индейцев на каяках. Якутов. Пусть человек купается. Правильно делает. Вон целая очередь в раздевалку, между прочим. Да, ну на ужин люди собрались. Поехали, Митя.